Молдавский порт должен платить налоги громаде. В этом убежден мэр Рени Игорь Плехов. Он сослался на то, что в нормативных документах бывшего Ренийского района никаких упоминаний об отказе от участка, где сейчас расположен порт, нет. Потому за свою хозяйственную деятельность он обязан платить аренду. Поддержку своей инициативы мэр будет искать у президента СБУ и НАБУ, куда уже готовится обращение с просьбой дать правовую оценку ситуации. Напомню, что в 1998 году Молдова получила от Украины 400 метров Дунайского берега в районе города Джурджулеште. Взамен наша страна получила участок дороги Одесса-Рени и землю вдоль него у села Паланка. Годом позже Молдова также обязалась передать Украине остров Нишали. На Дунае весь молдавский участок все той же трассы и 4 села около него. Но этого не произошло. Молдова заявляет, что эта территория всегда была ее и что в 1992 году участок передали Украине без каких-либо официальных соглашений. Отмечу, что местные давно недовольны ситуацией. Порт перехватил грузовые потоки у Ренийского порта, некогда миллионника. Больше половины коллектива давно сократили, а 80% мощности предприятия простаивает. Интересно, что сама ситуация еще в начале 90-х породила среди ренийцев различные политические манипуляции, слухи о смене принадлежности Юга Бессарабии и его административно-территориальном статусе.